Это бриллиант, символизирующий чистоту, яркость и драгоценность таланта каждого, кто поднимется сегодня на эту сцену. Заполучить эту статуэтку мечтает, пожалуй, каждый журналист Хакасии. Бал прессы, подведение итогов конкурса журналистского мастерства. Номинацию «Дебют года» покорила наша коллега Мария Добрынина, экономист по образованию, но по призванию настоящий корреспондент. Это для меня, наверное, эксперимент жизни, можно так сказать, потому что я себя впервые попробовала в этой профессии. Ну, видимо, я не самый худший журналист, если меня сегодня наградили. Это мероприятие традиционно посвящается Дню российской печати. Естественно, были отмечены работники и печатных СМИ, причем в большинстве своем районных. Вообще же номинации затрагивают все сферы журналистики. Например, за большой вклад в профессию отмечен звукорежиссер ГТРК «Хакасия» Константин Мачин. А в своем обращении глава «Хакасии» Виктор Зимин отметил большую значимость без исключения всех СМИ. Отдельных слов благодарности заслуживает та активная гражданская оппозиция, республиканских и муниципальных журналистов, которая в полной мере проявлялась в процессе ликвидации последствий апрельских пожаров. Многие из вас принимали непосредственное участие в сборе благотворительных средств. Заслуженное признание получила и национальная редакция нашей телекомпании. Документальный фильм «Мое детство» и корреспондент Алексей Баргаяков покорили жюри. Лучшим также признан телепроект «Улицы героев». Полгода мы рассказывали о людях Второй мировой, в честь которых названы улицы в республике. Наш проект, проект ГТРК «Улицы героев», он очень интересно сделан, он с душой сделан нашими журналистами, нашими операторами. И, безусловно, конечно, он вносит свою лепту в сохранение священной памяти и отдает долг, вот еще раз повторю, нашим героям, героям, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. В этом году впервые учреждена премия имени Татьяны Сергеевны Ежовой. Журналист с большой буквы. Она отдала профессии 50 лет жизни. В конце прошлого года Татьяны Ежовой не стало. Она вошла в историю журналистики как профессионал, который в своей работе придерживался прежде всего таких принципов, как честность, справедливость, творческая свобода и, главное, желание помочь нуждающимся. Так уж получилось, что журналистика затрагивает абсолютно все сферы жизни общества. Именно помощь – один из главных принципов профессии. Остается верить, что журналистское братство никогда ему не изменит. Константин Кравцов, Станислав Колчинаев, «Вести Хакасия».